Клара, а напомни, кого мы ищем в Мадругаде? Карлоса Монтеро. Это предводитель группы фермеров, которые хотят отнять у армии свою землю. Но с тобой он встречаться не станет. Почему? Он, скажем так, человек старой закалки. Не любит чужаков и доверяет только своей семье. Класс. Не бойся, тебе поможет Филли. С ним все получится. Он в мастерской у взлетной полосы Мартинес. А, как у вас все сложно. С важными вещами всегда так. Суэрте, Дани. Прости, Гуапа. Крокодилам нельзя. Местечко интересное.
Ты Фили? Я Даня. Нет. Фили тут нет. Ого, ну и рюкзак. А где он сейчас? Сорвеса. Кто тут главный? Всему можно дать новую жизнь. Подойди на секунду. Да, вот сюда. Нажми на нее и держи. А? Аварийная кнопка. Отпустишь и... Ну, зачем ты тут? Я от Клары из Либертад. Она не предупредила? Клара, Либертад. Громкими словами бросаешься. Но тут нет Клары. Только ты. Зачем ты здесь? Чтобы спасти семью? Детей? Нет. Тогда чего же ты хочешь? Хочу убрать палец с кнопки и узнать, кто поможет свергнуть Кастильо. Окей. Выдохни. Значит, ты герой Клары? Я не герой. Чуриза сработала! Да! Магия Фили, детка! Хочешь помочь, Либертад? Тебе нужен Карлос Монтеро. Наша опора. Его семья спасет Еру. Класс. Идем к нему. Нет. Сперва ты должен понравиться Фили. Затем понравится малышке Монтеро. Малышке Монтеро? Си. Чуриза, давай пошли. Эспади, его дочке. Я слышал, она ушла к плантации изгоев, к востоку отсюда. Понравишься ей? Ты в деле. Удачи в поисках. Она та еще фьера. О, я хочу повозиться с твоим крутым рюкзаком. Нет. Ладно, осторожнее с отравой. Вот юморист хренов. Фили? Кто это? Даня. Тот самый, которого ты чуть не разнес в клочья. О, да ладно! Кебала! А как выглядит эта плантация? Да обычно. Сигары, белые костюмы, вечеринки. Только еще пушек гора. Ну, плантация! Все вам городским объяснять надо. Старый дом. Вокруг табак растет. Эспада засекла лейтенанта, так что, наверное, она уже внутри. Кого она ищет? Без понятия. Монтеро болтать не любит. Знаешь, советую тебе взять с них пример. Привет, Клара. Удалось связаться с Карлосом Монтеро? Пока нет. Похоже, мне придется сперва найти его дочь. А, Камилу? Сделай все, что потребуется. Чтобы отвоевать Запад, нам понадобится поддержка фермеров. Что ж, я уже в пути. Перезвоню после встречи с Карлосом. Все будет хорошо, Дани. Ты ему понравишься. Thank you.
добраться до любого берега Яры и продолжить нести в наши земли хаос и насилие. Но истинным иранцам нечего бояться. Наши доблестные солдаты поклялись защищать вас. Защищать наш рай. И они готовы уничтожить этих террористов и вырезать все краковую опору. Это не обещание. Гуапо, иди! Вас никто не услышит. Фантастику. У врага медик. Сеньор президент, как тесно Вивиро связан с Ярой? Вивиро разработали в нашей лаборатории. Это из пада шутить не любит. На него выращивают на наших полях. Препарат фасуют на наших заводах. А зарубежные инвестиции? Нет. Это научное открытие, плод нашего тяжкого труда. Никто. Что за херня там происходит? Я боюсь того, что землю заливают отравой, а наши семьи впахивают до кровавого пота. Тебя-то это не пугает? Стой! Нет! Ты кто, блин, такой? Дани, из Либертад. Ты малышка Монтера? Малышка Монтера? Хренов Фили. Мне нужен твой отец. Клара хочет заключить сделку. Плевать мы хотели на Клару. Ты работаешь на Клару? Ты дочь Карлоса Монтера? Прошу, пощади. Ну, где твой лейтенант? Обещай, что пощадишь. А, Каю Велириал! Каю Велириал! Личный остров Косе! Все узнала? Нет. Но мне хватит. А он? А он скажет своему боссу, Хосе Кастильо, что я перебью всех его лейтенантов. Ради смеха. Затем я освобожу всех изгоев, выращивающих табак. Ради мести. И, наконец, он скажет Хосе, что я перережу ему глотку. Это за меня. Это все надо записать. Просто скажи ему, что здесь была меч. А своим друзьям, что они попали? Ну что, к отцу? Гуапо. Надо будет взять лошадей. Окей. Тревога! У нас потери! Тревога! Видно, кто-то нашел трупы, что ты оставила. Солдатня так просто с нас не слезет. Тревога! У нас потери! Тревога! Да. Дело дрянь. Я вижу цель! Да. Тревога! У нас потери! Вернись! Ага!
Она враг всем нам. Каждый.